Блин. На ней это не получится так. Начать. Ладно, ББ. Офаешь с позором? Почти. Не офай. Ладно, пойду слетаю. Че, перекур или что? Ждем, пока ДК придет, потом идем. А он насколько пришел, неизвестно. Сказал на минуту, может, две. Иду таблетку выпью, что-то голова болит. Ребят, что у нас по этой, по тюрьме Долгорода? Она непроходима. Будем пробовать? Она непроходима. Вообще даже не. Ну как бы ладно. Может быть она проходима, но это надо сидеть как на опере. Там каждый босс примерно такой же. Типа нужно сидеть очень долго на каждом боссе, чтобы... Ну, пока там тактику, что там очень много урона. Прикольные шмоточки типа есть. Шмот хороший, но типа это супер долго. Ну прям вообще. Плюс еще этот... Ну это Уги слышал. Проблема в том, что... Что там урон большой, типа. Да, да, там очень больно бьет. Ну и плюс сейчас же эту тюрьму бафнули. Вот четверкой можно было спокойно закрыть, просто зергануть босса. И там есть минимум. Ну там типа неспокойно, а они сидели, короче, весь вечер. Типа траили, ну типа... Но да, типа Уга сказал, что типа его они зергали как-то через это. А там вот только зергать, там без вариантов, там очень больно. Через это, но они же все равно, видишь, траили, типа, и это... И... Ну, даже чтобы зергнуть, как я понимаю. Ну, да, потому что там даже так очень больно. Типа, не трайли в какой-то там, наверное, трай, типа, у него получилось. А я... Топор на самом деле, блин, такой, типа, очень, типа, неизвестно. Уайт Фьюри, Хесера, Уриона. Уайт Фьюри отошел таблетку выпить. Ну а так там такие пару шмоточек есть. Те же запах, Асткрит есть, там кольчужные. Да и с меткостью там есть запах. Я песка не забыл заскринить. Сейчас, блядь, с которой с девы нихера не падают эти запахи. Что, в эфире тут? Угу. Там что-то еще одна рыча. Инго. Лапку себе еще бафну. Пулять? Да-да-да, пуляй на это. Там Герус дальше, погоди. Отойдите, чего его там не есть. Заходим. Отойдите, заберите. Спасибо. Как его-то убило, блядь? БР. Куда? Бэр, минут. Это когда ж ты бэрнишь? Ладно, я не посмотрел, где Вот Фьюри. Я думал, Вот Фьюри стоит в РДД. Поэтому себя поднимал Хакуапы. Он, оказывается, в Милис вскоре пошел.
Рисуем. Уже вот отвернули камеру, посмотрели, где сферк. Отошли чуть-чуть назад, после молнии заходим. Вот прям на краешек. Зашли, плутали, отошли. Это, кстати, не очень хорошо. Ну ладно. Она должна ударить, сейчас, если вы собьете. Сбейте. Сбейте. Вы идите там, выносите уже с той стороны. Как? Кик-кик-кик-кик. Блять. Хуесос, не войси. Хисери, ложитесь. Да куда? Не-не-не, нормально, бьем. Не дальше. Прохиливается это, шизик ебаный. Какой шизик, блять, нормально. Два чела есть пока. Что вы рофлите, вас убьет, шотнет. Что убьет? Блять, ну... Че, сдал БР. Зря. Я, конечно, все понимаю. Ну ты, блять, кик. Листобаф ебаный. Не бойся. Мне кажется, он больше, чем один кик костра. О, ебать, я не словил. Да похуй, тут молния, кого кастует, тот умирает. Забейте, не прохитывается. Ну надо просто это, щитом. Просто упадите, не бегите. Ну, понял, блядь, делать самый сложный босс. Как обычно. Но бы мог подумать. Блядь, надо было собаку призвать, каст кикнуть. Че не кикает? Рога не кикает или ДК? Ну, Рога не кикает, Шаман не кикает, Вар не кикает, ДК не кикает. Маг не кикает, я не знаю, ну. Вар не кикает, лежу мертвый, блять, не прохил. Рога не кикает, остальные 4 кикают. А у них кики же есть. Ну, бывает. Шаману это сделать проще всего, нихуя не тратит. Он промазать может. Шаман, у него меткости, мне кажется, должно хватать. Кап у него, да? Элем, ну блять. Если бы не было капа меткости, он бы не был в нашем статике. Да, ну как. Баба мужики говорит. Было бы смешно. Я пошел. Сейчас я Джуса поставлю еще. Ничего, когда-нибудь мы освоим дело. Самый сложный босс, оказывается, да? Когда-нибудь ты послушаешь меня, и мы БР никуда не сдадим. Какого БР сдадим? В реслину? Не, а тут смотри, тут... А что ты говорил падать там? Что-то, что молния всех шотает. Да не прохиливается там это. Там шок небес увеличивает урон на 35%. А-а-а, я про дебаф-то забыл, я не смотрел, что... Он на всех повешался? Типа? Да. Конечно. А, ну там все понятно. Чё, там больно было. Ну да, там... Просто блин. Повезло, что священная молния вся, блядь, в тотему уходила. Потом, как только вы пчела, то она его ёбнула. Получается, нельзя каст проебывать шока, блядь. Ну, тогда... Нет, конечно. Мы, наверное, не знали это. Грустно, что у нас танк. Нет, конечно. Стоял в покаянии просто. Всё, давай, на этом пуляй. Качка, вон, нормально. Веру. После молнии зайти. Зашли.
приводит. У нас всегда будет такой нарычка. Ну как варик, дольше дать ей прокастовать, чтоб тики прошли. Наоборот, она типа, если она стоит, она дольше тикает, по-моему. Проблема в том, что типа она в троих людей кидает, типа. Поднять надо вообще абсолютно каждого. Это не всегда получается. Сейчас хотел гим дать, но куда я посмотрю. Ты этого вы как-то поднимали? Сейчас что-то слабое. После кикнуть, после молнии зайти. Зашли. Отошли назад. Сейчас сам будет. Чуть-чуть назад отойти. Снимал мне лутаю. Можно вообще не отойти назад. Поселил уже. Везло, сейчас бы умер нахуй. Нарож тут? Нет, бес поглотил. К дальней подойдите, вот этой луже назад, после нее встаньте, после молнии заходим, зашли, вышли, стоим тут. Так, шоколад, отойди. Да что, проходим босс? Ну, посмотрим. Мы должны добить ее просто. Сбить. Ой. Вторую вон к выходу. Как о входу, точнее, положить. Всех случаев. Нокпад, блядь. Нокпад. Бить. Не сбивает тебе тут... А, молния не сбивает. Да. Я что-то... Призву словил. Гцерислин. Гцерис... А, вот. Какой гцерислин? У него уже есть такая тема. Да вот уже, кстати, блин, нормально. Вот это вот можно взять. Я знаю, что есть. Просто. Есть. Или это ДК нужно, да? Там мне, там мне. Тогда ГЦ. Хорош, Роу. Я с тобой, 9-10. Ну ладно. Это деду надо. Добить кап меткости. А, да? Рафлян ебало.
А мы... Я квест, короче, сделал на гнев пустоты. Мы можем сначала убить гнева, потом погибель. Да, хорошо. Да. Вот тогда погибель потом убьем. Тем более там говорят ее бафнули. В смысле? А как ты? Бобуш не работает. Погибель. О, погибель. Или бобы не работают. Или у тебя РТ сегодня, а мы на завтра погибель типа ставим? Ну да. Так что? На оперу сходим, если время будет. Да не, что, я просто... Алебарда свободная, типа? Алебарду я дал это. Не, на следующий. А, так, видимо, да. Мы, кстати, Мирай забыли. Прикольно. Блять, какая жалость. Мы забыли Мирая. Вы его могли еще на копыту вместо меня взять. Он бы то же самое делал. Кунлужу бы лил хотя бы. Хуел? Он бы 4-4 взял. На ФДК. Чисто так. Сдувал бы этих блесов. Он потом бы ходил... Не, надо этого, надо Кинкея было позвать. Вот он 4-4 ФДК. Ну, бою получается. Кажется, это не идем, да, сейчас? Погибли? Не, ну вообще можно. Видел боеп? На остальных не. Не, погибли не надо. А мы сейчас про погибли говорим. Да погиб... Я хаку отвечал, значит, изначально. На погибель видел. Вообще можно. Вообще можно, я говорил эту хаку. Он посох себе хочет. Может, не надо? Так, блять. Не очень хорошо. Ну сегодня да, сегодня что-то. Ну давайте по фасту еще, давай. Хаку подождет, успеет. Ну все, кто-то против, значит не надо. Че, мы эту пешню пробегаем или что? Бежим, не бейте, побежали. Замедляйте там, если там темп поставьте, побежали. Там половина от агресса, вот что не от агресса убьем. Я напомнил. Никто сверху точно убьем. Бьем. Никто не отстал, понимаю. Так, ладно. Не, я вот. Это дурка там уже. Да я на ВБС проверяю. Я не понимаю, просто у меня есть выходной аудиопоток и входной аудиопоток. Я не понимаю, что это то же самое, как этот, как с дверью. Вот если на двери написано, типа на себя. Ну выходной это что ты слушаешь, а входной это что ты базаришь. Я уже понял. Хорош. Я просто не могу микрофон только в Дискорде мутить, мне приходится и там, и там.
Так вы сделай один макрос на два приложения. Это нахуй чем по макросу? Ну, блять, зачем? Бин сделать? Может микрофон полезный? Будешь сидеть такой на опере, бля, пойду микродомучу альтап. Так так и будет, лол. Сделай себе кнопочку, чтобы ты нажимал и тебя микро вырубался. Это такая квазика, не могу. Может, специально это делает? По ощущениям, да, потому что, ну, типа, он уже раз 20-й так умирает. Наверное, все-таки надо было подумать, что... 20-й только да, это когда, ну, да? Может быть, после 10 секунд надо бить, типа. Возможно, ему прикольно голду тратить на починку. Как раз лайтник. Он просто нажимает этот вот... Фубурю... СТ2Т4 и все. И в окно. Меня лагает что-то. Это сервер или я? Ты. Грустно. Так, ну чё, все, давайте сегодня этого. Рано терять. И опер. И опер, да. Ну все с первого пола, короче, как обычно. Если мы все пройдем первого пола, то опер успеем. Хочу на новые ветерки посмотреть. Мы уже коня с... Ой, блядь. Коня с первого ёбнули. Дебу с первого. Всех наебашили, реально. Это знак, но... Дай кому-то... Дай кому-то этот, блядь, камень души ёбаный на пуле. Чтобы все не бегали. Давай сразу в три хила. Хила, мне кажется, важнее, потому что на РК не просто шотает. Да не. Ну, да. Да. Чековато вот это вот. Так мы не стопаем, блядь, никогда. Не-не, там можно и не стопать. Я имею в виду, если руну не закрыть, то шотит. Да чековато иногда и закрытые руны хуярят, я не знаю. Я до шоколада не достаю просто. А. Я оставляю его на глю. Глю что-то это. Может, смотри, давай ты будешь стоять. А глю ему голову ломает. Сзади смотрителя, я буду бегать в РДД зону закрывать. Как тебе идея? Да у меня такое. У меня там место прям вообще козырное, мне оно нравится. Жалко, что у нас. Я в прошлый раз вот там три пачки рун, я АФК на месте стоял. Жалко, чековато. Да ладно, у него вставание свое есть, он переживет как-нибудь. Охуеть. Это вообще-то левитация. Икие левитация там, икие... Я бы сказал, очень-очень классная кнопка. Универсальная билд, так сказать. Да-да-да. Это правда большое. Пиздец, сову, блядь, помогите. Ну, с новым интерфейсом поприятнее, кстати. Я уже почти привык. Так, давайте убирать тайм вот это все, готовьтесь. А мы побежим. Я слышал, кто-то мыл. А что, темплар ассасин есть в команде? Мел. Ну, да. Кнопка делает почти то же самое, только не режет броню и не критует. А кто там первый, кстати? Смотрели? Пойду посмотрю. Не посмотрим. Всё, нет, убили. Нет больше босса. Проход чист. Как раз там этот босс нахуй. Я пошел быстрее. Стоп, бежать. Там эти штаны вроде. Я скипаю. Угу. Рыба нужна? Нужна, да, наверное. Poison. Да, poison. Круто. Арислин хавай. Кстати, рыба кончает. А, у меня же деньги на статик, надо пойти купить будет. Короче, все помнят? Я там за луной, да, сова закрываю. Да. А, сапрота, выпейте. Да, ой, сапрота. Иногда СС. Выпейте сапрота, они там всем доталово будут. Макросы точно, спасибо. Сова, отойди. Куда? Что, за что? А, поесть не мог? Ну, я камни поставил, прям их закрывал. Понял.
Че, готово? Я АФК. Я отошел. Первый, который яда, типа, да? Да. Да, это там. Реально отошел. А, стоп. Значит. Ури, просто встань в этот зеленый. Встаньте в трусы, пожалуйста. Ну. А, ну все, все стоят. Дипули. Все? Все готовы. А, ну да, дипули. Милики уже подготовились. Не было хаку дать. ПС. Ошибся. Маури не вылетел? Случайно. Что да, 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 что происходит? Долбоёб, что ли? Да он невидимку включает, выключил. Фрик? Получается. Фу, бы босса такого, эх. Я хотя бы вернуться успел. Я покушать бы отходил. Я так водички попил. Прицелился, что похавать, и все. Че, может, ты убиваться пойдешь? Ну, если ты вы справитесь дальше, то похуй. Не надо. Я могу не убиваться, я понял, как бить босса. Стой, блядь, на месте. Но я не буду пройти тратить. Босс уже мертв. А вот только сейчас так и скинул. Там надо аккуратно со стаками. Черда просто это акт суицида, бля, здесь. Она все стакает сразу 10 плюс. Кох нажал, череду нажал. Не, нет, она не скидывает. Ну, че, ну, не набирает, она скидывает, но когда ты кош нажимаешь, все равно набирается стаки. То есть наверное, череду и сразу кош спамишь, чтобы не сдохнуть. Так, я. Ну, что там по процентам? Я на пол даю. Там уже она. Я готов напулить. Аркан, аркан, аркан. Full damage. Зеленую, 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 зеленую. Зеленую, зеленую. А, нормально, нормально. Да, поставь зеленую, поставь зеленую. Не-не-не, поставь зеленую. Так Миликам удобнее бегать. Ну ладно. Геру! Геру! Истерию, истерию еще, покажи. Угу, вижу. Покил. Дай глю частичку в шоколаде. Да я и так уже звонил. Руны. Я закрою сзади, закрою сзади, закрою сзади. Под боссом, закройте под спереди боссом, под боссом. Успели. Было близко. Да я под дубовой был. Я за мой иду еще. Хорош. Хорош, реально. Я буду закрывать там, где я закрыл сейчас, милики. Да хаку тоже не достаю сейчас. А сзади еще одна, сзади еще одна. Закрой его, Тьюри. Все, закрыли, закрыли. Она, блядь, там глю. Успел. Еще 10%, давайте быстрее. Блю, сокру бабл, сдашь под следующий. Нажми. Закрыть за боссом. Босс. Готов все ловить, 2%. Раньше не забудьте набрать. Угу. Так, лови, ранжуем, держимся. Готовьте поточки. Ну, блин, надо. Вы ставь обратно, типа, всегда зеленую ставьте. Его тоже не дано. А, всех зеленых. Удобнее. Первый свич, все. Первым. Здесь. ПС, если. На ком дебаф, на ком дебаф. Вижу, Риона, хорош. Макрос нашли на панелике. Вот фьюри сбить. Сбить, да. Реслим, реслим. Сферу, сферу, быстрее. Ломаем.
На ком будет фейер? Окей, готовься. Серу в коннект смогу побить. Убивай. Кинь красноязычный. Пять минут. Есть кому сбить? Фак, нет. Вот сфер, ты не потратил? Я сломаю уж сферу. Ответа не слышу. У меня есть. У меня есть. Ты сбивай вот сферу. Сбивай. Все. Я собью так. Блять. Это дебаф, который кош мне скидывает, отвратительно. Казаносит, только каст, если что. Да блять! ДБМ. Каст ближе. Сбил. ПЦ я скажу с этим, с посохом, да? ПЦ! Дай мне плечи, Азерон. Потесть? Чё потестить, блять? Где-то грустит один хукуапли. Или у тебя меткость уже откуда-то взялась? Да, она у меня всегда была. Понял. Надежда просто. Присутствовала. Ну, кстати, да, две шмотки. Какое мы бьём? Бьём. Из меня побьёте? Хотя, может, скипнуть для гнева. Да не надо скипать ничего. Да мне же в first try. Охуй. Если ты про чарку, она у меня вроде с собой есть. Ну, камнями еще летит все равно. Камнями тоже с собой есть. Вон. Самой. На поле я снова. Только этот, вот право не надо. Не надо право. Вот слева просто пак, видишь, там где моноеды. Вот. Что, кстати, случилось с этим Selection BIOS, вот это вот? Тема. А, ну, там конфликт интересов, так сказать. Еще нам рассказывали, что. Конфликт интересов, у кого-то большие амбиции, кто-то просто, типа... Вообще там все началось из-за того, что Артур, вот этот симбиот, как-то, типа, ушло много новых людей, человек 20, наверное, в гильду. Там просто одна гильда развалилась, я не знаю, не помню какая. И они перешли, ну, весь статик перешел основной к нам. И типа они просто, ну, не знают, как Артур общался, с людьми общается, вот эта вот армянская жилка. И типа просто он, ну, слаг, он типа, ты фрик, ты чмо, там, тварь, ты мразь, вот, понеслась. И они просто, ну, не привыкли, что, ну, оскорбления слышать не привыкли. И начали типа бунтовать, ну, им это не нравится, они типа перестали ходить в его статик. Они потом начали ходить в другой статик. Потом они вообще перестали ходить. Потом Вотер что-то тоже еще с Вотером они там посрались, и как раз типа на почве Вотер слишком сильно так унизил его просто прям при всех. Ну и там понятно, типа стало, что все распадается. И потом типа мне вечером пишут, типа что-то переходит. И все, типа они всех забрали с собой. Нормально. Я думал, ренейм был. Да, засмотришь, там все те же люди. Смойте, пожалуйста. Вот ты куда съебался? А он. Материализовался. Без дари на тех, кто срывает агро Ориона. На обидликах, то есть. Не рога. Кубочка. Ну, я сильно считаю, не без дари, это ритуал просто. Да, блядь. Ритуал рока, блядь, как у... Я не знаю, чего. Он объективно на каждом паке умирает, ну. Лок, СПД сюда. А, кстати, блин, Синк, очень интересный вопрос. А СПД увеличивает урон от ритуала рока, который наносится челу? Когда мы в ритуал рока начнем играть? Ритуал рока, у тебя есть спелл.
Его надо в пятером кастовать. О, слушайте, а давайте этот, когда кольцо выпадет, кто в ритуале Рока проиграет, тот его заберет. А сколько у вас? Как раз 5. Ну, типа, я, Шоколадь, Войт Фьюри, Синк, Хаку. А, еще Глю 6. Все. Нихуя ты, блядь, Глю забыл. Блядь, Баббл, я выжил, блядь, в вашем ебаном ритуале. Я не очень понял насчет СПД, причем тут еще СПД. Ритуал Рока не убивает. Он наносит какое-то количество урона, точно знаю. Я прям в последнюю секунду одену танкошмот, блядь, и выжил. Он убивает. Ты не убив... Я помню, что я делал на X3 его на локе, у меня чел выжил на 1000 хп, это был не попал. Шизики. Так что мне кажется, ну прям сейчас нажми его, давай. Ты чё, еблан статуэтки носиться? Блядь, Джикса поставим. Или там нет их? Хочешь, поставь. На КД. Давай, пошли, я это согрел. Крестик бьем, крестик давайте бьем. И Реслин дает сам крестик. Синк тоже. Больше уверенности. Инженерку вместо портняги это очень хорошо будет. Звучит как... Да блин! Очередной милик. Хорошо быть рогой, да? Хорошо быть рогой, реально, блядь. Напуливайся. Мне было страшно. Когда это вырос. Мне не хватает энергии на кнопке, блядь. Инженерку это, если хочешь быть гигахапалом. Да. Инженерка. Ну. Это бис, надо, это просто бис. Не, я про то, что я про голду, то что ты можешь словить просто день, когда будут довольно дешевые слитки. Не сразу, просто хуяр. Как-то кринжово выглядит башка. На мне. Что за башка? Оп. Пошли наверх на 7-м. Не бейте. Какая? Да, видел. Ну тебе и крит даст, и хаст. Кому что даст крит хаст? Инженерка. Зачем ты в принципе портняку на хапала качал, непонятно. Да он ретрика. Ну это и нет ретрика. Блин, ну есть же, типа, играет танком и хапалом и портнягу качает, типа. Что в твоей голове было? Ну, там мана. Есть у меня ретро, видишь, всё. Подожди, у него не светлка, А, подожди, у него портняга, только плащ без портняги. Так, там на хасту, вот, наверное, чарка. Ну, понятное дело. Получается, 3 профа, а не 4. А он умер или вылетел? Вылетел. Понял. Так, я сейчас могу, знаешь, что сказать. Кстати, Каргер нужен рестор или Лем. Химлит. Деф Симсон. Пошел. Хай. О, Леон уходит в сеть. Хорош. Хотя ладно, этот фиолетовый дебаф отличается от синговского. Я могу отличить. Ты про проклятие? Там еще синий есть. Знаешь, он прям похожий, только темнее. У тебя типа цветы полос по классу стоят или что? Да, да. А как ты это воду замутил? А главное зачем? Как, я не знаю, я просто гомеры настройки влепил. А зачем? А... Так удобнее. Так у меня вот ники стоят. Ники цвет. Ники стоят классом. А остальное чисто как обычный цвет зеленый. Ники это не то. Просто иногда надо понимать, кто проседает. Ну то есть условно. Так ник цвет класса, ты ник. Ну типа, мне проще цвет посмотреть человека, чем. Ну да, кому как удобнее.
По цвету легче определяюсь. Он просто к гриду привык. Если с нуля так делать, то, наверное, нормально. Не, я когда на Афе хилил, у меня зелененькие были. 7651. СПД. Скики? У меня П есть только. 7651. Ладно, у меня где-то 6.5, наверное, будет. Ну, под фулпрок у меня, наверное, больше. А, ну у него, конечно, у него тринкетная СПД. А. Точно. Талов у тебя 7 косарей. У Синга. 100 косарей СПД, нахуй. 7 косарей у тебя СПД? Под фулпроками. 7.651. Это ненадолго. А, так просто, типа. Чего? Анбафл, типа. Ну, сейчас 4.450. Ну, а сейчас сколько? Ну, у меня плюс... сейчас... Так, тотем уберу. У меня получается 3500 своего, еще оружие... Сколько тут? 200 дает. Ну, типа оружие, то постоянно же там нет. У меня в шопах где-то 4200, 4300.